В окружной администрации прошло первое пленарное заседание Общественной палаты Одинцовского городского округа. Структура, предназначенная для взаимодействия граждан с органами власти, обновила свой состав. Людям, конечно, проще прийти к таким же, как они, членам Общественной палаты, которые не ангажированы ни зарплатой, ни своей обязанностью перед главой городского округа, ни перед своим руководителем там управления. То есть к таким же людям, как и они. В этом году было заявлено 45 кандидатур. Этих людей объединяет желание помогать другим, не оставляя ни одной проблемы. Открыл заседание старейший по возрасту общественник Леонас Крекжде. Простым большинством голосов будет избран председатель и его заместители. По каждой кандидатуре отдельно голосовали. Председателем Общественной палаты по итогам голосования стала президент сообщества родителей Одинцовского округа Мариана Кристалинская. Ее заместители Леонас Крекжде и председатель Всероссийского женского союза «Надежда России» Надежда Котович. Функция ответственного секретаря будет выполнять Ксения Махнач, представитель организации, помогающих детям-инвалидам. Новый состав уже приступил к работе. Мария Шматкова, Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».